Уважаемые друзья, коллеги, журналисты, знакомые и моя дорогая теща. За отчетный период мы откопали в Помпеях площадь, две улицы, три храма, четыре меняльные лавки и один Мерседес. Говорят, что бандита с лавки. Мы работаем целыми днями, от заката и до рассвета. Хотя знаем, что никто не даст нам и Грэмми за это. Мы орудуем экскаваторами и лопатами. И все врут, когда говорят, что драгоценности мы припрятали. Можете проверить наши декларации о доходах, когда денег только на ладу, даже не мечтаешь о хондах. Мы спим на камнях, в палатках, нам холодно и противно. На всех не хватает презервативов. Мы копаем, как следователь под Коммерсанта. В Новый год нас обходит ваш Клаус Санта. Мы все время выглядим, как шахтеры, пока вы там свои штаны протерли. А мы все тут свои подгребли таланты. Мы требуем увеличения зарплаты. Археологи тоже люди, а не какие-нибудь там пигмеи. Сегодня последний день Помпеи. Последний день Помпеи. Самых чёрных людей.